такое, да я сам, пробачте, я ставлю питання, ну такого не було, Данило, то що у вас здесь сьогодні. При чому тут громадські? Слухайте, я ще ваші дії позорить, дії потрудить правосуддя, ваших людей. А правосуддя не? Нет. Почекайте, сейчас еще раз питание, если вы понимаете, что ставится питание на голосование. Послушайте, ну, да порядок, там это законодательно было установлено наличие громадскости. Причем здесь Данила к этому законодательству. Слушай, там такая громадская. Громадскость определяет. Ну так что, давайте, чтобы заблокировать, чтобы полиция не работала. Да я у меня есть позиция, я не голосую. Коллеги, мы понимаем с вами, что у нас в таком режиме будет еще раз дуже важко зібратися. Всі уходять на виборні процеси. Я скажу, я просто зараз Надо комбайны перевезти было. Я звоню Даниле, звоню начальнику управления. А мне говорят, я вам звонил лично, просил, как провести комбайны, уборка идет урожая. Ко мне обратились люди. Вы мне что сказали? Я возьму, я вам рассказываю, а мне потом говорят, не надо, Анатолий, вы с ним, с вас они не возьму, не достучитесь, везите. Повезли. На одном посту дали взятку, на втором, на третьем провезли комбайн. Вот так вы робите. Стыд вам и позор. Знаете, нет, меня никто не скажет. Вам особисто, мне стыдно за вас, знаете чему? Я полковник, а вы бессовестный человек. Вам еще раз говорю, мне стыдно за вас. Я работу эту знаю досконально, а у вас нет уважения. Даже к моим седым волосам. Сопляк останавливает, блядь, две сплошные, блядь, пресекает, ему можно. А? Вы имеете совесть гражданскую. Потому что я ваши комбайны не провел. Не мои комбайны, они просто провели. Ваши комбайны, не мои, у меня нет сказал, комбайнов. У меня комбайнов нет. Ко мне люди обратились, фермеры. Я не перед кем никому. Ко мне люди, я вас обращался по себе лично. Я вы сказали за себе, да. Нет, я сказал, я вас прошу. Я вам сказал, відповідно до діючого законодавства. Вам велике дякую. Вам дякую.